Вижу. Поехали. Скажи, Москвич, прежде всего, с удачным результатом, можно его так не рассчитывать? Ну, можно, я бы сказал, что сначала с содержанием, да, а результат, конечно, ну, мне вот почему-то кажется, что мы были ближе к победе, хотя они не реализовали пенальти, да. Но мне кажется, вот по числу моментов таких острых у ворот мы все-таки были чуть ближе к победе. Хотя, конечно, сыграть с Краснодаром в Краснодаре в ничью для нас очень хороший результат. Скажи, Максимович, а вы ожидали, что ваша команда сможет так сильно придавить? Я не сомневался даже. Я даже не сомневался. Сомнения были только в том, насколько они будут вот в психологическом плане готовы, да, не дрогнут ли, да. Такие какие-то сомнения были, но предварительно вот в разговорах я почувствовал, что команда готова играть первую. Да, что команда готова играть, да, играть. А там первый или второй, это не имеет принципиального значения. Что можно играть вторым номером и вести игру, да. А можно играть первым номером и постоянно пропускать контратаки. И поэтому это не самое главное, каким номером ты играешь. Важно, как игроки выполняют свои функции. Хаджи Муслимович, вот на ваш опыт, на взгляд тренера, скажите, Краснодар готов к Лиге чемпионов? Готов. Готов, да. Спасибо. Спасибо, пожалуйста.